Возможности, преимущества и потенциал обновленных каналов агентства «Хабар» смогли оценить политические, общественные и культурные деятели, а также коллеги и партнеры телесемейства. В Астане прошла презентация нового телесезона под названием «Магия телевидения». В чем она заключается, выясняла Елена Шрайбер. Вечерние платья, блеск софитов и вспышки фотокамер. Со стороны кажется, что здесь вручают премию «Оскар». Помимо людей культуры и искусства собрались еще политические и общественные деятели, а также коллеги и партнеры агентства «Хабар». Здесь показали и подробно рассказали, какие преобразования ждать телезрителям в новом сезоне в эфире трех каналов. Я лично считаю, что «Хабар» — это суперсовременная телекомпания, которая все время обновляет свои, удивляет нас своими новыми проектами. И новшествами в том числе, как в новостном плане, так и в развлекательном плане. Большие изменения коснутся абсолютно все телеканалы агентства. «Хабар» пополнится новыми проектами. Он станет социально направленным. Например, среди новинок эфира программа «Народный контроль», которая уже наделала много шума среди бизнесменов и предпринимателей и собрала множество положительных отзывов среди зрителей. «Хабар» стал другим. «Хабар» очень интересный телеканал, очень много интересного социального контента, в первую очередь. Мы на это делаем упор, мы налаживаем прямую связь со зрителями, мы хотим услышать все, скажем так, что они думают, мы хотим услышать о каких-то проблемах, постараться их решить. Наверное, вот в этом самое главное изменение «Хабара». Самые глобальные изменения ждут международный телеканал «Казах ТВ», который объединит под одним брендом каналы «Женя Мадинет» и прежний формат «Казах ТВ». Перерождение случится 25 октября. Ведущая функция информирования остается все жить за телеканалом «Хабар-24». Однако в новом сезоне главный информационный канал страны обращает особое внимание на аналитику и репортажный стиль подачи информации. Если говорить по программной службе, то у нас уже сейчас выходят в эфир программы про медицину, про культурную жизнь нашей страны, про туризм. И также мы сейчас до конца года планируем еще вывести в эфир программ где-то порядка 6-7, может быть, чуть больше. В чем же заключается магия телевидения? Думаю, у каждого канала есть свои заклинания и привороты для телезрителей. На «Хабар-24» это, безусловно, оперативность и объективность. Все нужно делать здесь и сейчас. Расслабляться просто некогда. Елена Шрайбер, Бахтияр Заев, «Хабар-24», Астана.